Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Розе, и это Мах без доната, в одно окно, без паков. Вот такая магиша, уже 35-й левел, качаемся потихонечку. Хотя бы первого уровня сделаем. Нет, тут уже по 500. И уже 50% нет. Надо все печати сделать. Вот видим точность, весь урон плюс один. Увеличение урона от умений. Ага. Кристаллы закончились. Нормально опыта. Налутали. Ничего себе. Там фрагментики падают. Сейчас мы посмотрим на моего персика. Вот такой посох. Посох жреца я достал. Выбил его в холмах Диона. Большерогая антилопа. Посох жреца. Благословенного свитка втащил его на 7. Вот такие есть сундучки. И с них есть шанс вытянуть благословенный свиток. Рандомным образом может модифицировать от 1 до плюс 3 с одного свитка. Если у вас пушка точится на плюс 6, и у вас есть шанс, что оно заточится на плюс 7. На плюс 8 не заточится, потому что выше 8 не точит. Но это я не уверен. Подскажите, пожалуйста. Обычно благословенные свитки используют для бижутерии и вещей, которые... У кольца и у некоторых вещей там есть, там оружие гигантов, там есть шлем скелета, я знаю, в ДВ падает, то на 0 ломается. И вот такие свитки используют, чтобы на плюс 3 заточить там или в колу, ну в основном в колу. Вот с плюс 2 на 3 кидают блеску, есть вероятность, что бежа зайдет на 5. Я буду зачитывать комментарии и рассказывать об игре, такой контентик по поводу первой пушки. Я делаю проще. Беру на каждом уровне по возможности квест у статуи. Подбираю вещи на мага, зеленые в том числе. И вытащил посох, который вы крафтить хотите. Может кому-то пригодится. Он говорит за статую. Вот такая вот статуя Эн-Хасад, у которой есть квесты. Основная награда — Виталочка, Ордены Славы и Знаки Поручения. А, да, кстати... За знаки поручения, если у вас накопились уже знаки, ну, поручения. Вот эти две книжки. Телепортация и грузоподъемность плюс 200. Чтобы больше банок вы могли унести. А телепортация, когда вы заходите в муравейник, у вас будет бесплатный телепорт по нему, чтобы быстрее переместиться в то или иное место, которое вам нужно. Так, вернемся к статуе. И вот у статуи мы берем квесты, смотрим. В основном это статуя для коллекций. Вначале она очень поможет вам закрывать коллекции. Начиная с 20 уровня, когда вы попадете на остров, видим, ежедневно у статуи можно брать 10 заданий. Но при получении уровня... Вот этот счетчик сбрасывается, и вы можете проходить заново. И вот на 20 уровне вы сделали, потом на 21 сделали 10 квестов, потом на 22 сделали 10 квестов. И таким образом вы закрываете свои коллекции или, там, к примеру, вот смотрите, шлем какой неплохой. МДР плюс сопротивление умениям. При модификации дополнительно увеличивает сопротивление умений. Неплохой шлем для PvP зеленый на первых уровнях. Давайте наберем квесты. Первый уровень — муравейник. Я просто все подряд наберу. Скрафтил я вот такую вот рубашечку на восстановление МП. Потом выбил такой пояс, тоже восстановление МП. И скрафтил я плащ, который на восстановление МП. Того у меня уже 50. Период 50 восстановления МП. Но даже этого мне сейчас мало. Вам нужно хотя бы изучить 2 синих скилла. Если вы хотите хотя, ну, начать себя комфортно чувствовать на магии. Это эхо воодушевления, которое
баф на себя, вот 13 минут 20 секунд он действует, увеличивает мах урон на 10%. Но когда вы достигнете 40 уровень, вам дадут вот такую магишу, вы пройдете квест наследника, и вам дадут вот такую магишу. И у этой магиши будет пробуждение на эхо воодушевления. На 25% увеличение скорости магии. Что очень круто. Так, квестик мы прошли. Опа, в коллекцию какую-то вещь поимели. И также нам нужно боевое лечение. Восстанавливает хп персонажа во время боя. Но со скиллом самобичевания там поставите на 4-5 секунд. Она будет восстанавливать МП и сама себя захиливать, восстанавливать жизни. Очень круто. Ребят, честно, мне хотелось забить на эту магишу. Взять ее основой в пати, просто выкачать до 50 левела хотя бы. Закинуть на нее косарь алмазов и сделать фарм от винка, если честно. Но вы взяли, наставили лайков, и я... Что из фиол скиллов для мага лучше, хаос или метеор? Я буду рассказывать, как я знаю. Давайте рассмотрим метеор скилл и хаос. Метеор скилл призывает метеорит, наносящий окружающим врагам урон огнем до 8 врагов. Так, хаос. Бросает в цель черное копье Шилен. Наносит урон тьмой. С определенным шансом применяет эффект паразит. Цель одиночная. Фактор сопротивления удержания. Так, эффект паразита. Короче, чужого внедряет в противника. Невозможно двигаться, использовать возврат или телепортацию. Атакуя цель, находящаяся под действием эффекта паразит, персонаж поглощает хп и мп. Для пвп этот скилл просто неимоверный. Для пве, ну так себе я скажу. Из-за того, что я игрок без доната, мне метеор больше подходит. Но у меня есть подозрение, что этот скилл, его можно поменять будет на какой-то другой скилл, на конструкторе в будущем какой-то филд скилл появится. И что-то у меня подозрение, что хаос можно будет поменять на другой скилл какой-то. Какой-то там крутой скилл будет. Что-то у меня есть вот такие вот подозрения. Короче, метеор для ПВЕ, хаос для ПВП. Но если вы, вот, к примеру, я взял бы хаос, то в основном ПВП игроки это 74+. Мой хаос бы ни на кого просто не проходил. Это бессмысленный скилл для меня, я так думаю. Я ребятам написал в комментариях мне, там человека 3 написали, типа, хаос, бери хаос. Но ни один мне не ответил, почему брать хаос. Теперь следующий вопросик. Привет, подскажи, сколько нужно собрать мана регена для комфортного кача без красных скиллов? Ну, это я подозреваю без снежного шторма. У меня с агатионом 67 регена. Но в плотно заселенных локациях не хватает. Но одевать авадон не хочу. БВ наше все. Периодически попадаю в ПВП. Там воюют за споты. Я так подозреваю. Он не хочет менять БВ на авадон. Ну, к сожалению, это линейдж. Тут не получится, что... Ты там одел один комплект, к примеру, не имением тех или иных вещей, конечно, приходится ходить в том, что есть, как бы, но Ла-2 это игра, если вот встречаются два игрока с одинаковым бустом, выиграет ПВП тот, кто умнее. К примеру, вот возьмем, есть вот символы. Вот символ мечты, сопротивление умением. И также есть символ фатальности. Точность плюс 2, крит-атака плюс 3%, доп. Урон, крит-атака. Этот символ вот именно для кача. Вот, символ мечты именно там для ПВП. Святой символ, урон святостью и сопротивление тьме.
плюс 10%. Вы по-любому будете ходить в логово Антараса. И в логове Антараса, вот первый, второй этаж, монстры бьют тьмой. Нажмем, к примеру, на любую локацию, на монстры. Мы видим слабой стихием святость. Пробудившийся элитный зомби-мститель. Он атакует тьмой, у него слабость святость. Аналогично, вот, слабость стихием огонь. Теневой паук атакует водой. Нужны кольца воды. Вот то же самое. Вот сейчас мой персонаж, моя основа стоит в лесу зеркал. И тут слабость стихиям огонь. Значит, нужны кольца на воду. Значит, если слабость огонь, то противоположность. Значит, атака моба будет водой. То же самое, если слабость землей, то будет ветер. Кольца на ветер нужны. Если слабая святость, то нужны кольца на тьму. Противоположность. Что вы делаете, Влад 2? Вы собираете коллекции. Ваше, ну, ваше основное время это будет сбор коллекций. Чтобы ваш персонаж лучше фармил. Если вы захотите задонить, то доньте именно в паки. Вот такие паки бывают. Вот давайте посмотрим, что в этих паках. Так как у вас нет карт класса, карты класса это тоже коллекции. Вот такие карты класса. Это ваши персонажи, которыми вы играете. Вы можете, вы задоните и вы подостаете, я уверен, все белые и все улучшенные. Просто если вы купите все паки, вот по 4 пака. Только начинайте играть, вам надо 12 тысяч алмазов вложить в игру, чтобы начать нормально хотя бы играть в эту игру. Что мы видим в паках? Орден Славы. Знаки поручения. Пособие по посоху высшего качества. Чистый эликсир, реликвия энергии. И вот, зелье дракона. С одного пака вы получаете 100 зелий дракона. Эти зелья дракона дают бонус к опыту 30%. И уменьшение расхода энергии 10%. И увеличение накопления энергии. Это то есть, когда вы изнете вот это зелье дракона, вы будете на 20% больше. Это уже 120 виталочки, а не 100. Очень круто. То, что у вас откроется на 40 уровне остров неистовства и разоренный замок. На 40 уровне вы сможете купить как логово Антараса, так и разоренный замок часы. Там виталки вам очень много нужно будет. Стремитесь к 40 уровню. Пишите комментарии. Задавайте вопросы, а я буду параллельно... Ну, задавайте вопросы, а я буду параллельно выпускать вам видосики по игре. Потому что я не знаю, что вам интересно. Я буду настраиваться именно на вас. Что я знаю, я вам расскажу. Кстати. Опа, элитный мураха, что с тебя падает? С элитного муравья какая-то книга падала, я помню, она стоила нормально. Ничего себе, Василиск с каменной чешуей. А ну давайте мы его найдем. Вот, Василиск с каменной чешуей. Тут Базил рясается. А, да, еще хотел сказать. Если вы нажмете на карту, вот на такую голову, вы увидите вот такую вот, раз в 4 часа ресается тут рейд-босс, у которого выпадают разные итемы. Вот в этом месте ресается рейд-босс. Если вы захотите, не дай бог, тут пофармить, в режим экономии энергии, не обижайтесь, что вас сольют. Когда ресается босс, вы просто можете умереть под масухами, или вас просто кто-то сольет. Обращайте внимание, чтобы не было вот, таких голов. Вот когда вы встаете на спот, вот я прям на этой голове. Обращайте внимание, то что вы будете не понимать, за что вас сливают, обижаться. Ничего себе. Можно на ночь тут оставлять. А давно добавили... Ничего себе. Василиск пустоши. Потестить на ночь тут пооставлять.
Даже в таких локациях теперь синька падает. Потому что я посмотрел, синьки очень много прибавилось. Даже вот первый этаж. Тут практически со всех. Первый этаж Луа, тут практически со всех падает синька. То же самое и второй этаж Луа. Раньше такого не было. Первый и второй этаж, они вообще почти без синьки были. Так, посмотрим, что мне тут дали. Класс, часы Биоры. Ой. Часы башни держите. Какой полезный итем. Ой, какой полезнейший мне итем. Вау, карты по одной. По одной карте. Весь урон. Вкуснотища. Че, удалим? До 28-12, я думаю, башню дерзости я никогда, я еще долго до нее не дойду. С третьего этажа вот видим. С третьего этажа Луа уже тут синьки, море просто падает. Если вы добрались до 40 уровня, должны начать фармить земли казненных. И видим, тут монстры бьют тьмой. Нам нужны вот такие вот кольца. Вот. Ну хотя бы кольцо тьмы, сопротивление тьме плюс 15%. И также хотя бы... Ну, в хорошем случае это набедренники Кровавого Пакта, но так как мы начинающие игроки, сопротивление тьме набедренники... Набедренники преисподни. Вот такие вот набедренники. Вот как раз кольцо тьмы. И набедренники вы можете где-то утром рано встать, часов 6-7 утра. И побегать по ДВ. 100% у кого-то забьется или инвентарь. Или кто-то просто не собирает эти вещи для того, чтобы перерабатывать кристаллы. Поиграйте в бомжа и найдете эти вещи. Ну а что делать? Надо как-то выживать. Но мой совет вам. Вам надо хотя бы, если вы хотите играть без доната, это вам нужно хотя бы еще плюс 4 окна, которые будут фармить синьку, которую вы будете передавать через аукцион на основу и основой крутить алхимку и закрывать коллекции, там, ну, продавать что-то. Ладно, ставьте лайки, я буду смотреть по лайкам. Чем больше лайков, тем больше мотивации мне делать видосики. Пишите комментарии, задавайте вопросы, и будем вместе с вами играть Lineage 2 Mobile. С вами был Розе, всем до новых встреч.